Вітаю всіх, хто дивиться черговий випуск програми «Авторитетна думка», в якій наші експерти, гості нашої програми, дають телеглядачам цінні практичні поради, як уникати проблем і помилок. І сьогодні в нашій студії, яка розташувалася в ресторані «Гарден», що на вулиці Половецька, 2 в місті Дніпро, представниця торговельної марки «Джузеппе Ді Марія» Ірина Касьянова-Руса. Вітаю вас. Здравствуйте. Ирина, сегодня мы будем говорить о той продукции, которую вы представляете на рынке Украины. Ведь вы представитель не просто в Днепропетровском регионе, а еще и на всей территории Украины. Что вы предлагаете на рынке? Ну и чем это отличается от всего того, что наводнило наш рынок последние, наверное, 10-20 лет? Ну, я представляю фабрику, которая, в принципе, ну, ее продукция не имеет аналогов в мире, не только в Украине. Поэтому с гордостью представляю, долго изучала все технические документы, свойства. Это продукты, которые имеют особые свойства. Вот, допустим, если это краска, то она не просто водоэмульсионная краска, а это краска супермоющаяся. То есть просто можно, если ваши дети любят рисовать на стенах, пожалуйста, покрывайте этой краской всю детскую, и они могут оставлять свои отпечатки мелками, красками, как им, чем угодно. И всегда вы сможете смыть, и стена останется такой же эстетически красивой и чистой. Если это кухня, допустим, если это рабочая стенка, вы можете просто покрасить этой краской. И смывать все загрязнения это не будет затруднительно абсолютно. Можно ли сказать, что эта краска в определенном смысле имеет свойство кафеля? В определенном смысле да. То есть до 15 тысяч истираний. Если вы станете и будете тереть ее постоянно, ну, посчитайте там раз в минуту, сколько это, конечно, ее не хватит, это не будет кафелем. А если вы будете стирать непроизвольное загрязнение или, допустим, эти детские рисунки, ну, порисует ребенок на стенах, ему интересно, потом ему надоест, и он уже будет реже это делать. То есть с этой точки зрения, конечно, можно сравнить с кафелем. Еще интересное свойство этой краски в том, что если, допустим, это ванная комната душевая, естественно, собирается влага. Вот она лишнюю влагу забирает. То есть она впитывает она в себя? Она впитывает, она высыхает. Ее не нужно вытирать. Она со временем сама всю, убирает все увлажнения на стенах. То есть можно утверждать, что это краска нового поколения? Абсолютно. Это краска абсолютно нового поколения. То есть человек, который решил делать ремонт в доме своей мечты или в квартире, может пользоваться продукцией только одной торговой марки для того, чтобы покрыть все поверхности, которые он имеет желание покрыть. Так или нет? В принципе, я думаю, да. Потому что продукции компании есть и гидроизолирующие краски для крыши, которые можно просто по бетону покрасить, и это будет вместо рубероида, вместо всего на свете, даже если эта крыша вот горизонтальная, не будет никакого проникновения влаги. Можно решить вопросы, допустим, если недостаточно хорошая вытяжка или какая-то другая причина. Есть санитарно-гигиенические краски, которые убирают полностью проблему с плесенью и грибком. Можно сказать навсегда. Да вы что? Один раз. Вы обрабатываете, есть три компонента, я не буду углубляться в специфику, но благодаря этой обработке вы абсолютно, ну, на всю свою жизнь, по крайней мере, 42 года этому продукту, еще ни разу второй раз не применяли. То есть на наш век хватит, как говорится, решить эту проблему закрыть раз и навсегда. Спасибо. Вот поскольку вы заговорили о крыше, я должен задать вам вопрос. А можно ли, к примеру, в бассейнах красить этой краской? Вот многие вот используют пленку, хотя раньше я знаю точно, что красили. Можно ли внутреннюю часть бассейна, там, где вода? Я вам скажу, этой краской нет. Для бассейнов есть специальная краска, которая покрывается прямо по бетону поверхность бассейна и абсолютно решает очень красивый лазурный цвет. Очень красивый цвет. И на ней не собирается налет, как на кафеле. Эта краска, допустим, подходит как для горячей воды, так и для холодной.
Хорошо, тогда, Ирочка, простите, но горячая вода. У каждого понятие горячей воды разное. Вот. До какой температуры? Есть ли температурный потолок? Есть потолок до 60 градусов, но я думаю, в такой воде никто не купается. Вполне хватает. И если будут какие-то трещины, эта краска держит до 5 миллиметров, держит трещину самого каркаса, допустим, бассейна. А если сверху просто нужно заделать эту трещину специальными там любыми продуктами. То есть она практически как гидроизоляция. И просто замазать этот шов, и все. То есть не нужно все снимать, все менять. Абсолютно не нужно. То есть и насколько хватит вот такого покрытия, к примеру, в бассейне? Ну, бассейн есть на улице. Конечно. Бассейн есть в помещении. Уличный бассейн. Уличный бассейн. Ну, до 5 лет гарантию фабрика дает. А по факту, наверное, раза в 2 больше, потому что всегда... Ну, как правило, да. Минимальный срок гарантии, а можно и больше, в зависимости от эксплуатации, частоты эксплуатации, в зависимости от того, какая вода, это морская или пресная. То есть уже есть какие-то нюансы. И морскую воду? Морскую, конечно. Хорошо, если уже заговорили о... И хлорированную. Ну, хлорированную вообще даже не рассматривать, только хлорированную. Вес не выгорает. Хорошо, Ирочка, и следующий вопрос абсолютно такой напрашивающийся, логичный. Вот. Ну, а если, к примеру, катер я хочу покрасить, вот у меня катер алюминиевый, его нужно покрасить, пришел срок. Можно ли этой краской красить катера? Это нет. У нас для катеров, для яхт, лодок металлических и деревянных есть абсолютно другие краски. То есть есть специальные краски? Специальные краски, да, которые хорошо используются как в пресной, так и в соленой воде. И причем к дереву, если это деревянная лодка, тоже замечательно, это причалы. То есть эти пропитки, лаки и эмали, во-первых, они... очень стойкие, они укрепляют дерево до состояния металла. То есть на долгие-долгие года. Если вы обработаете предварительно деревянную конструкцию, опустите ее в воду, то можете вообще не думать о том, что она там испортится или упадет. Не знаю, как называется это слово. Ну, в общем, это вечно. А можно ли этой краской, к примеру, покрасить мебель? Ну, сейчас такая пошла новая фишка – мебель красить красками. В цвет стен, в цвет полов. Можно ли? Есть направление на растворителях и есть особенное направление, которое только эта фабрика освоила. Это водоэмульсионные краски по дереву. То есть их можно наносить кистью, можно наносить валиком. Абсолютно гладкая становится поверхность. Эта краска настолько хорошо покрывает, что абсолютно не видно, что использовалась кисть или валик. То есть не нужно распылителя. Распылители дорогостоящие, а этой краской можно даже у себя дома покрасить, что там нужно. Причем не только на новой поверхности, а можно снять, просто отшелушить старую красочку и прям по старой, даже если это на основе растворителя было сделано, покрасить этой водоэмульсионкой. Она приятно пахнет, не вызывает никаких неприятных ощущений, головокружений. То есть можно прям жить у себя дома и на балкончике где-то или в мастерской красить. Это никому не будет мешать. К тому же это еще и экологично. Это экологично. Мне очень понравился этот момент, что не надо обжигать старую краску, зачистил потихонечку. Да, просто зачистить ее и наносить прям по старой краске эту новую, она шикарно держится. Хорошо, мы поговорили о том, что можно, ну давайте так, дом, крышу можно, стены можно. Двери деревянные, мебель можно, бассейн можно, если есть катер, то и катер можно покрасить. То есть, а какая цветовая палитра? Очень широкая цветовая палитра, очень модные цвета. Можно найти и более такие пастельные, можно ставить яркие, как сейчас очень модно в Европе. Кстати, да, я хотела еще рассказать об одной краске. Это интерьерная краска для внутренних работ. Она глубоко матовая, тоже на водоэмульсионной основе. В чем ее прелесть и отличие от других красок? Она покрывает 14 квадратных метров из 1 литра. Причем одни... А вы что? Одним... Ну, это только кисточкой можно. Нет, это валиком делается одним слоем. Даже если стена у вас, допустим, была ядовито-оранжевого цвета,
а вы хотите нанести голубой. Но эти цвета абсолютно не сочетаются. Но если нанести именно эту краску, именно вот специально предназначенную для таких целей, то можно спокойно наносить голубой по ярко-оранжевому с одного слоя. Не будет видно ничего, только голубой цвет. Это тоже такие новые технологии. Мы уже говорили о том, что все, ну почти все можно красить. Мы еще не заговорили о фасадах. Фасадные краски присутствуют в этой линии? В этой линии присутствует одна фасадная краска, которая очень, очень классная. А в чем она классная? Эта краска вот в Италии, допустим, именно этой фабрики краски используются, когда окрашиваются фасады старинных архитектурных зданий. Ее свойство особенное в том, что она держит рельеф здания, то есть не дает ему разрушаться, или памятники. Вот они окрашиваются именно этой краской. Она так и называется для исторических центров. Если вы окрасите свой дом снаружи этой краской, естественно, вы можете забыть на очень длительный период о том, что нужно заниматься фасадом. Вы можете спокойно смыть загрязнение. Если вы моете окна, вы можете спокойно лить воду, она высохнет, и ничего не будет, никаких проблем. И при этом эта краска с кварцевой пылью, которая не выгорает. Краска не меняет свой цвет, если находится под ежедневным воздействием солнечных лучей. Точно так же прекрасно она относится к холоду. Понятно, что Украина – это не Италия. Да. Украина – не Италия. У нас есть морозы. И бывают морозы ой-ой-ой. Насколько она морозоустойчива, эта краска? Этот вопрос был задан главному, ну, автору всех этих, главному технологу фабрики Джузеппе Ди Мария Роберто. И специально для Украины они делают отдельный сертификат на морозоустойчивость. То есть все покрытия, которые используются снаружи, это и фасадные краски, это и пропитки, обработки различные для дерева, для металла, в настоящее время проходят дополнительное тестирование на морозоустойчивость. И я думаю, что на днях, там в течение недели уже будет готов европейский сертификат именно на морозоустойчивость до минус 30 градусов. Минус 30? Гарантированно минус 30. То есть, если будет 35, вы понимаете, что это тоже будет хорошо. Ну, там с хорошим запасом. И там, где пишут минус 30, там и до минус 40 тоже выдержит. Минус 30. А как насчет экологичности этих красок? Все с сертификатом европейским А+. То есть все интерьерные краски, которые находятся в наличии в ассортименте этой фабрики, все находятся, являются сертификата А+, их можно использовать в лечебных учреждениях, в детских, ну это больницы, детские сады, школы, то есть можно абсолютно использовать. Есть европейский на то сертификат. Ну, европейцы используют, я думаю, что мы не хуже. Ирина, ну а есть какая-то такая вот фишка, которую никто еще не предлагал на рынке, не буду говорить мировом, на Украине, которая вот отличается Джузеппе Ди Мария от всех остальных? Практически каждый продукт уникален, аналогов нет. Ну, конечно же, хотелось бы пожелать и вам лично, и торговой марке Джузеппе Ди Мария в Украине встретить, ну, как минимум, это признание, вот, ну и как максимум, чтобы это стало одной из самых популярных торговых марок у тех, которые занимаются покрасочными работами. Спасибо вам огромное. В нашей программе традиційно вже наші експерти дають цінні, практичні поради. І я дуже вдячний вам, що ви завітали в нашу студію, яка знаходиться в ресторані «The Garden» на вулиці Половецька, 2 в місті Дніпро. Ви дивилися черговий випуск програми «Авторитетна думка». Гадаю, що вам було цікаво. До нових зустрічей. Далі буде ще дуже багато цікавого і красивого.